Павлик, ты начинаешь ржать, Джонни, ты начинай на гитаре, звуки издавать. Начинай издавать. Начинай Oh!
microphones. It's real Пахом in the South Petersburg. Ебать меня в рот, как я счастлив, блядь. Как я счастлив. Друзья, спасибо, что, блядь, приехали, пришли, дошли. Кто-то, может быть, даже и приполз. Камондье тут, алёва. Да вы жали, как коньки, бежишь, блядь, микрофоны отрубаются, блядь, пальцы мёрзнут, блядь. Дедушкой, блядь, моложе тебя хуй стоит, блядь, у меня с утра до вечера, блядь, дедушка, хуедушка, блядь, хуедушка.
года. Сосать еще, блядь. Ну, давай. Живот покажи. Я это сосаю. На хуй сразу, чего вы мелочитесь? Ты покажи. А толкаться, чего вы стоите? Не надо стабилизм. Давай, давай. Старый. Ну что, блядь, лайнап. У меня стихи тут какие-то, блядь. Чё там, мочо я боссы, блядь. Чё ты, блядь. А где лайнап? О, Мариночка, спасибо. Обей хуй. Обей нахуй. Значит, это... Когда я... Прибой хороший по пространству. Я просто думал, что рождающий вот это надо. Это вообще. Ну, конечно, сложная вещь производить несколько. Это не что-то манипуляция, это какие-то формы. Формы. Том уже потихонечку-то обжился, приобрел не то что дачу, а приобрел. Приобрел дачу в министерстве по ведомственным делам, там были такие бездосадованные люди. Люди. Потом постепенно как бы положился. Прошло 10 лет, 20, а какое отношение к веку имеет состояние десятилетия? Все-таки мы мыслим о веками. 19 век, 18, 17, 15, 14, 13 век. Охуительный стоит!
потом пришли, потом пришли, это не совсем были, конечно, люди, как мне показалось, может быть, я как-то был в каком-то состоянии сверхсознания, может быть, я как-то довел до себя вот это их приход, но я не мог тогда получить ответа на этот вопрос, но это являлось составляющим, и это являлось фактом. Пришли. Это были гниды. Я мечтаю, я фантазер, я поэт, я ребенок, я взрослый одновременно. А это были гниды. Я чистый, открытый и, естественно, неприятный, потому что слишком активный, но это были гниды. Это были гниды, а? Я могу надоесть и могу упираться рогом. Ни одного греха, кроме культурного поля. Я не совершал. А это были гниды. Гниды. Позавчера в Берлине в обычной электричке проходит моя старая подружка, она из 70-х, такая концептуальная героинщица, она держится, то есть она может разобрать балансы между существованием и ее личными практиками. И тут я увидел, что она умирает, потому что у нее были красные зрачки глаз, а они гниды! Они гниды! Сколько я тебе раз говорил, гнида, блядь. Пожалей, блядь, больного, гнида, блядь. Старик падает, блядь, помоги, сука, блядь. Человек, блядь, попал в трясину, помоги, блядь, сука. Они гниды. We'll be right back.
Бар, что-то дает нам водички, блядь, хуички. Что-то, блядь. Дайте водички. Не, ребята, это ваша, блядь, бар что-то дает нам, блядь. Пою, блядь, как мудак, блядь. Мне ж 55 лет, блядь. Петь, плясать. Спасибо. Thank you.
на жизнь веселый карнавал. Пролетаю над гнездом кукушки, видел я чертей. Пролетаю над гнездом чертей, видел я кукушки. Пролетаю над гнездом кукушки, богемные лягушки. Пролетаю над гнездом кукушки, видел я такую хуйню. Марину иногда записывать, но Марина тоже это охуенный, как бы творческий человек, и тоже все про себя в основном. Вот так и работает. Уже сколько? Ну, 40 лет. 40 лет я на сцене. С 15 лет. Мне сейчас 55 лет. Пойдем.
Ребят, сейчас серьезная вещь, когда я его прислал Нику Кейву, он сказал, что он считает меня русским богом. Хотя вот эту песню сочинил Джоник, а я ее спел. Ну, вернее, я сначала ее написал, эту вещь, потом Джоник ее сочинил, потом я ее спел, потом Джоник ее свел, там по мере сил в домашней студии, потому что мы ебали в рот, блядь, большие корпорации, блядь, пошли нахуй. Горгона. Спасибо. Завидовать, блядь, а стать соавтором, блядь.
ты можешь, блядь, стать с любыми философами, древневековыми, с плутархом, блядь, и с хуярхом, блядь, и с дворовым мудаком. Это называется, блядь, как говорится, правильный выебон, блядь. У нас выпускников уличного университета знаний. По латыни, конечно, общаюсь, мертвый язык обожаю. In modus quandus, реакция, реакция. О, да! Что ты делаешь? Я еще не напился немножко. Ну ладно. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе. Когда ребята уходили, блядь. Ты сам хуй напился, хули ты пиздишь, блядь. Чтоб не напиться, блядь, ты проживи мое, блядь, в Нью-Йорке, в Вене, в Москве, блядь, напился, блядь, идиот, блядь. У меня артистический образ, блядь, меня прет на сцене, блядь, ради вас, блядь. Нет, 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 нет. Ради вас. Когда ребята уходят. Зеленый слоник на трубе. Когда ребят уходили, зеленый слоник на трубе играл. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл. Зеленый слоник на трубе играл. Играл на трубе.
Тапочек только замедленный, вот насчет подыхали, хохотали. Давай спорим все. Пришла публика. Давай, так, начинай с медленького такого. Ну, размер немножко на замедлюхе, да, вот как мы. Чуть-чуть покачай, блядь, давай, ага. Не, ну мы концертная группа, извините. В студии любой гандон, блядь, запишется. Ha ha ha.
У меня аллергия на всякие сопли, блядь, человеческие. Будьте вы прокляты, блядь, человеки, блядь. Мизантропия, блядь, это вообще настолько неинтересно, блядь. Потому что ангелы, блядь, чего из себя не представляют, блядь, кроме чистых пяток, блядь. Кто-то купил этих цветов. Кто-то распялся на плахе мелкой пражской бытийности. Кто-то набрал триллиарды полуслов. Кто-то просто не стал тем, кто-то. Yeah.
все там, где меня не было. Но я ж не папа. Я ж не папа, брат. Я пахом. Спасибо вам огромное, мы счастливы. Женя Куковеров, мой сын Паша Пахомов, моя подруга и соавтор во всех делах Марина Эска. Спасибо. А, свободу всем, полис! Дедушка Пахом, дедушка Пахом. Я отслужил в Афганистане. Слава ветеранам! Да пошел! Я отслужил. Это моя интродукция. А я с Пашей, мы вдвоем. Афганистан. Только споем. А, сакапелла. Какая сейчас акапелла? Сакапелла. Спасибо Пахому за победу. Когда команда уходила, я умер, я у ворот стоял, бил головой, и бил небесное пиво, и ничего. Yeah.
и ты пришла ко мне. Сучка, потом, потом. Ты сняла трусы и показала мне пизду. Мне ветерану, мне ветерану розовую пизду. Мне ветерану,